Друзья, мы находимся сейчас вот в районе Варкетыли. Здесь у нас новый стадион сделали. Раньше не было. Вот кто здесь жил раньше, в этом районе. Это четвертый прямо за спиной. И прямо рядом русская школа бывшая, 185-я. Правда, сейчас уже здесь школы нету, а живут у нас беженцы. Кто учился в этой школе, тому, конечно, будет интересно посмотреть. Так что школа превратилась в жилой дом. Вот там направо бассейн был, тоже уже заняли. А это четвертый микрорайон. Здесь второй. Здесь тоже новые корпуса. И уже настроили много новых корпусов. Здесь Карфуры. Новый магазин. Там аптеки. Ну, много уже того, что раньше не было. Кто, конечно, давно здесь не был, то не узнает. Варкетыли, вот смотрите, здесь и аптека, магазин. Здесь тоже новый магазин. Такая зеленая полоса аллеи. Тоже насадили много новых деревьев. Здесь тоже строится спортивный комплекс. Прямо это третий микро. Здесь парк. Погода, видите, ветер ужасный, так что людей, конечно, никого нет. Здесь тоже новые корпуса. Так что все меняется. Время летит. Много новых домов. Вот недавно здесь никто не жил, а уже живут люди. Это все третий микро. Здесь первый.